над нашей территорией устанавливается знаменитый, классический, описанный в климатологии, сибирский антициклон. И вот в этом году мы получили в январе, начиная с декабря, в январе, получили классическую картину реализации этого метеорологического процесса. Значит, с чем это связано? Возникает блокирующая ситуация, которая ограничивает нашу территорию от поступления атлантического воздуха, блокируются процессы, связанные с активным движением атмосферного воздуха, который способствует переносу атмосферных примесей и рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. А установление антициклональной и, так сказать, барического образования антициклона – это малоградиентное барическое поле, обладающее свойством, что у нас идет опускание воздуха сверху вниз. 8 предприятий совместно с природоохранной прокуратурой мы провели проверку по соблюдению соответствующих тех планов, которые они сами для себя затвердили. По двум предприятиям не достигнуты были показатели по выбросам, которые они для себя прописали. Но это не значит, что они превысили предельно допустимые выбросы. То есть они работали в тех границах, которые сегодня законодательство ему позволяет, но так или иначе, с введенным режимом они показателей не достигли. Сейчас, соответственно, принимается решение, каким образом административно повоздействовать на предприятия, чтобы в дальнейшем эти предприятия как бы эти режимы соблюдали. В настоящее время при Красноярском природоохранном прокуроре создана группа рабочая с участием районного прокурора города Красноярска и служб органов контроля в первую очередь, потому что ДРЭТ проводится непосредственно с их участием. Для ДРЭТ как раз вот этих вот малых и средних предприятий, которые у нас на учете, как правило, нигде не состоят, но при этом на промзонах, это Советский и Ленинский район, достаточно большое сосредоточение предприятий, которые осуществляют деятельность по деревообработке, шиномонтажные мастерские, малые предприятия по металлообработке и, естественно, допускается случай сжигания промышленных отходов. У нас такие случаи фиксировались, что принимались меры. Мы принимаем участие в рассмотрении томов предельно допустимых выбросов и согласовываем выбросы с учетом обеспечения гигиенических нормативов на селительной территории. И хотелось бы высказать такое пожелание, что не стоит, наверное, предприятиям идти по пути просто пересогласования этих томов ПДВ. Все-таки должна проводиться модернизация производства, должно устанавливаться более эффективное газоочистное оборудование, которое бы позволяли снизить выбросы не только в период ММУ, а вообще идти на снижение выбросов от производства. Кроме этого, акцентирую внимание на том, что не хотелось бы, чтобы согласовывались временно согласованные выбросы, и что предприятиям нужно стремиться к достижению ПДВ. Один важный очень аспект, хотелось бы тоже обратить внимание, да, у нас основной вклад вносят промышленные предприятия, но, поддерживая вот мнение коллеги, у нас огромное количество транспорта. И мы вносили предложение и мэру города, и в правительство Красноярского края неоднократно, что необходимо и уже назрел давно этот вопрос использовать, во-первых, экологически чистый транспорт. Мы неоднократно ставили, как это не парадоксально звучит, наверное, мы хотели возобновить строительство метро, которое тоже бы разгрузило дороги города Красноярска от транспорта. Вот в период ММУ мы говорим о снижении выбросов от промышленных предприятий, но почему-то ничего не звучит по транспорту. А может быть, предложить автолюбителям альтернативу и на период ММУ отказаться от использования личного транспорта и, может быть, использовать общественный транспорт, опять же, тот, который экологически чистый.